Добрый день, вы смотрите открытую студию проект «Места города». Сегодня мы говорим о выгоде приобретения товаров в интернет-магазинах. И у нас в гостях представитель интернет-магазина ShopTex Александра Демидова. Добрый день. Добрый день, Александра. Сколько в среднем мы переплачиваем, покупая одежду или товары для дома в обычных магазинах? Накрутка в магазинах варьируется от 100 до 1000%, и реклама интернет-магазина Джуб яркое тому подтверждение. Сколько идет накрутка, если мы покупаем в обычном интернет-магазине? Минимальная. Кто-то ставит и 5%, кто-то 30%. Здесь у кого насколько хватает. То есть экономия ощутима? Да, экономия ощутимая. Несколько лет назад к интернет-магазинам относились осторожно, а сейчас есть точка зрения, что они постепенно вытеснят обычные магазины. В чем выигрывают онлайн-магазины? Безусловно, интернет-магазины – это очень удобно, это экономит время, экономит деньги. Ассортимент, большой выбор товара, который нельзя купить в том или ином городе. А для молодых мамочек, находящихся в декретном отпуске, интернет-магазины существенно облегчают жизнь. Все мы разные, кто-то любит походы по магазинам, а для кого-то это тяжелое испытание. Расскажите о самых частых опасениях, с которыми сталкиваются те, кто только пробует приобретать вещи через интернет-магазин. В первую очередь это, конечно, оплата. Покупатели просто боятся переводить деньги за выбранный товар. К сожалению, существует практика недобросовестных интернет-магазинов, но с ними можно и нужно бороться. В первую очередь... Интернет-магазины не указывают ни контакты, ни адреса. Честным людям просто незачем скрываться. Также должны смутить низкие цены. Хорошая итальянская куртка не может стоить 5000 рублей. А также люди боятся просто выбора по размерам. Да, чтобы правильно подобрать свой размер, нужно честно оценивать свои параметры, не обманывать самого себя. И подбирать вещи по фасону, не просто опираясь на стандартные размеры, а все-таки честно выбирать. Вот эти самые частые опасения, то есть с первым да. можно бороться тем, что посмотреть контакты, да. а с вторым тоже все понятно. Как да. быть с третьим, как правильно снимать мерки? Как правильно снимать мерки, менеджеры все-таки они подсказывают, помогают по таблице размеров, да. Главное правильно их снять и в груди, и по бедрам, да, и уже опираться на таблицу, размерную сетку производителя. Ваш интернет-магазин специализируется на одежде для всей семьи, купленной напрямую от ивановских производителей. Чем так славится ивановский текстиль? Ивановский производитель в первую очередь ставит в приоритет чистоту и натуральность тканей. Сегодня ткани имеют достаточно высокое качество, изготовленные по всем стандартам ГОСТа. Также цена существенно ниже, чем европейские аналоги, и большой выбор ассортимента. Какие виды товаров можно найти в вашем интернет-магазине? Товары для дома, комплекты постельного белья, как комплектами, так и отдельными предметами, подушки, одеяло, пледы, покрывала, скатерти, полотенца, домашняя и повседневная одежда для женщин, одежда для беременных, товары и одежда для детей от 0 до 12 лет, домашний и повседневный мужской ассортимент, также представляем товар в эконом-сегменте и большие размеры. Вы работаете по 100% предоплате. Есть ли те, кого это смущает, и почему смущаться этого не стоит? Конечно, есть такой процент покупателей, которые боятся переводить деньги вперед. Но мы не скрываемся, у нас представлены наши контакты, наши номера телефонов, мы всегда на связи. Наша цель – расти, развиваться, мы любим наше дело, то, чем занимаемся. Иначе бы мы просто бы не находились в этой студии, но правило нашей фирмы – 100% предоплата. Как осуществляется доставка товара и в какие сроки? Доставка заказов осуществляется Почтой России. Также мы отгружаем транспортной компанией или курьерской службой по выбору покупателя. Сроки сбора и отгрузки заказов от 1 до 3 дней. Как быть, если что-то не подошло? В данном случае мы возвращаем денежные средства, но нужно учитывать тот факт, что у товара сохранены его внешний вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий покупку данного товара. Но возвращаем за минусом расходов на доставку. На доставку, да, от потребителя. Какие акции и скидки есть для розничных и оптовых клиентов?
на данный момент действующая акция. Шоптекс дарит 5% многодетным семьям. Также у нас присутствует распродажа на определенные товары. И с каждым покупателем мы работаем по индивидуальной системе, дарим постоянную скидку покупателя. Ваше напутствие, почему за текстилем и товарами для дома непременно стоит идти в интернет-магазин Шоптекс? Мы работаем с проверенными фабриками и производителями города Иваново, работаем по минимальным ценам, поэтому с нами можно экономить. У нас отсутствует минимальный заказ, мы очень внимательно относимся к своим покупателям, учитываем все пожелания, мы очень любим свою работу и рады любому покупателю, независимо оптовый это или розничный. Спасибо, Александра. Сегодня мы говорили о преимуществах приобретения товаров в интернет-магазинах, и у нас в гостях была представитель интернет-магазина Шоптекс Александра Демидова. Всего вам доброго и удачных покупок. До свидания.